Вообще я интроверт. Я люблю одиночество, но мне кажется, возникают некие идеи, которые бы я высказал на публику. Очень важно в таких историях, это типа стендапа, очень важно в таких историях отдача зала, но я интроверт. Поэтому я решил сделать несколько, может быть, 3-4 небольших. Можно назвать это стендап интроверта алкаша. Возможно, за алкоголем прячется страх, элементарный, обычный, банальный. Поехали. У меня есть два любимых слова, слово и словосочетание, точнее, любимых в кавычках. Я их не очень люблю, потому что они как бы... А стендап же не обязательно должен быть смешным, да? Мне кажется, стендап это про жизнь, это как-то про разговор, про какие-то интересные мысли, интересные ракурсы. Когда автор ставит некий вопрос под интересным углом, остроумным углом. Есть словосочетание «на самом деле». Вот вы беседуете с кем-то, разговариваете, и он тут врывается кто-то третий, или ваш собеседник говорит: «А вот на самом деле». И дальше излагает свою мысль. Ну откуда ты, сукин сын, знаешь, как на самом деле? Из учебника истории? Из Твиттера? Из интернета? Никому не известно, как было на самом деле, почти ни о чем, да? Все это версии и догадки. Возьмите какой-нибудь пакт Молотова-Риббентропа. Тот же самый учебник истории, который учил меня, утверждал, что его вообще не было. Потом учебник истории говорил, что он есть, и он очень плох, он ужасен. Так делать нельзя, говорил нам учебник истории. Теперь же учебник истории говорит, что это очень хороший пакт. Во! Топ, 5 баллов. Прекрасная работа. И как на самом деле его оценивать? А еще есть слово «даже». Тоже интересное слово. Когда вы ставите его в предложение, оно кардинально меняет смысл, оно меняет акценты. Ну, к примеру, вы говорите: «Я люблю яблоки». Ну, прекрасно, любишь яблоки, отличный фрукт, люби на здоровье. Но если вы говорите: «Я люблю даже яблоки», то есть вот хуже яблок, наверное, ничего нет. Или можно поменять местами, поставить: «Даже я люблю яблоки». То есть я эталон утонченного вкуса, и даже я люблю яблоки. Что уж говорить о тебе, смерть. Что уж говорить о фразе «даже я до этого не додумался». Иногда она звучит в моей жизни. Ты гений, ты светило. Как это «даже ты до этого не додумался»? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. Здоровы!